Сегодня мы проведем увлекательный день с ребятами группы Herbalife, которые проявили желание лучше познакомиться с калистеникой, а также поучаствовать в тренировке. И пройдет эта тренировка в парке Советском в районе улицы Шамрыла. Ориентир — детская железная дорога. Кстати, очень замечательный пейзаж. Парк Средский с резиновым покрытием, прекрасный подъемный площадь. Так, ну все, ребята собрались, будем знакомиться. Коля. Диана. Анжела. Сашко.
Коля, Диана и Анжела. Прекрасно, показали себя как спортсмены. Всем спасибо. Сегодня прошла великолепная тренировка в парке Сырецком. Кому понравилось, ставьте лайки. Если есть какие-то пожелания, пишите в комментариях. Не забудьте про колокольчик. Подписывайтесь на мой канал. До встречи!